Ребята, смотрите, на волшебном чердаке я тут нашел кое-что ценное. Сейчас покажу. Ну что, вы готовы это увидеть? Смотрите. Это просто нереальная круть. Вы только гляньте. А вы знаете, главный в чем прикол? Все это нарисовано цветными карандашами. На простом ватмане. Когда-то в начале нулевых у меня были самые крутые плакаты вообще во всем. Ну, во всем городе-то уж точно, как минимум. Рисовала все это моя будущая жена. Вы только посмотрите, как все детально прорисовано. По моему заказу, видите, флаг здесь не британский, а российский, естественно. Вот здесь даже можно обратить внимание, что мышки хотели съесть его. Но увидели злобное лицо Эда и передумали. Слушайте, плакатов на самом деле было очень много разных. Но они, я так думаю, не сохранились. Вот единственный на чердаке каким-то чудом уцелел. Но сохранились фотографии, я вам сейчас их покажу. Давайте еще раз напоследок вам общий вид. Круто.